Прием, прием, здорово всем, с вами Хилл Хёртс, и сегодня мы с вами попробуем отправиться на новую локацию, которую нам не так давно добавили. То есть буквально сегодня, у меня сегодня 21-е. Давайте глянем, пушек нам новых не добавили, к сожалению. Мы тогда сразу смело отправляемся в сражение. Я надеюсь, я все продал, сейчас я одним глазом гляну. Да, слушайте, какая красивая локация, она почти не отличается от первой, на мой взгляд. Может быть, я, конечно, придумываю. Хотя вот полностью все немножко новое сделали. Так, поздно, я так гин. Чем ступай поздно. Давай. Насколько долго отравление будет висеть? И что оно вообще делает? А? Меньше рейндж. Давай, наверное. Слушайте, это очень мощный. Я, наверное, возьму. Давай скелетонов попробуем взять. Тем более у меня всякие бонусы на саммонов были. Просто автоатаку. Я хочу что-нибудь более мощное, с вашего позволения. Тут, кстати, больше элитных скелетов стало. Может быть, он мне даст? Your attack become stronger and bounce. Вау. Оно? Или оно перестало слушать? По-моему, оно перестало пирсить. И как по мне, это... Хотя, с другой стороны, оно всегда целенаправленно летит. Лайды и сюрики она возьму, они дамажат как не в себя. Я не понимаю, почему именно так это работает. Ну и теперь нужно увеличение скорости за души. Это прям реально, когда я первый раз на этой карте. Какие новые существа на нас нападают. Слушайте, ну очень радует то, что они добавили противников. Так, чего? Самоны? Слушайте, я бы взял, но мне кажется, это не очень круто. Я лучше возьму автоатаку улучшать. Не знаю, что прокачивать. Ничего себе, тут лута падает. Ё-моё. Блин, нифига себе, элитник быстро меня напал. Ребятушки, надо бы элитника побить. Его уже убили? Эти ребята делают. Так, ну это надо брать. Где-то ошибкой не взять. Например, ультимативные вороны. Но мне все еще нужна скорость атаки вот за эти обилки. Это вообще лишним не будет. Что прокачка здесь летит. Как не в себя. А, давай возьмем. Сейчас это прям помогать будет еще больше скорость атаки увеличивать. Блэк. Я брал, мне не очень понравилось, но я возьму еще раз шанс дам. Потому что на дебафы же накладывает. Сюрикены, по-моему, не сильно это дамажат. Потому что я, конечно, плохо стараюсь. Я ухожу с места, чтобы всяких ништяков полутать по возможности. Слушайте, а была ночь или она наступила? Как в реальности, типа. У меня ночи в игре ночь. Было бы слишком хорошо. At last war pact. Я рискну alteration. Вау, повезло. Но, наверное, возьму. Это, мне кажется, вообще в два раза урон увеличит. Прям объективно в два раза. Радиус мне не так важен. А вот урон. Если мы не зафитим, то будет хорошо. Ага, некроманты уже... Не свергли до обычного работяги, понимаю. Необычно. А вот это я возьму. Аура страха весьма эффективна. В прошлой катке так точно. Ну, в первой. Давай больше скорости атаки возьмем. Хотя надо было альтерейшн брать. Надо временного мужика и ускоряться за счет вот этих вот. За счет опыта. Реально очень сильно бустанет нас. Так. Топово. Давай что-то мы дадим, но зато много всего получим. Вроде бы схема такая. Вторая минута, уже 9 уровень. Ничего себе. Какие-то големы страшные нападают. Мы их завалили. Почти. Так, а вот это... Я возьму. Каких больше приколдесов пускать.
Красный опыт уже падает. Или это? Да, опыт красный, офигеть. Не пойму с кого, но опыт здесь падает просто шок. Еще волки стали появляться. Ничего себе, это новое умение по всей линии. Those regenerations. Вау. Слушайте, очень крутая карта. И что, толком играть не начала, уже настолько нравится. Ну это ли не балдеж, дамы и господа? Пойди да успевай собирать красные луты. Дайте мне временного мужика. А я возьму еще больше проджектайлов без минусов. Теперь у нас что, в 3 раза больше урона? Если мне не изменяют мои глаза. Слушайте, ну урон незаконный. Кто на 4-й минуте на нас нападет? Ботики, нифига себе. И это все? Лазерные коты, понимаю, ладно. Беру слова назад. Такого я не мог ожидать. Очень необычно. Лазерных котов я еще не видывал. Там лут надо не забыть забрать. Они хорошо долбят. Неплохо ведь дамажит. Даже... А, это элитник, ладно. Надо сказать, даже скелеты его не пробивают. А они не пробивают, потому что он очень плотный. Прям вот только этого мужика сегодня почему-то и дают. Еще 4, давай. Так, Vortex. Чего-чего? Он кулдаун. Блин, ну, мне кажется, надо сюда брать. Это вообще не то, что я хотел бы взять, но что дают. Выбирать, к сожалению, не приходится. Странно, я не понимаю, за счет чего этот красный лут высыпается. О, какие-то вообще опасные дядьки напали. Просто гигатонны лута лежат, ну ты посмотри. Как же игра меня троллит, не давая мне то, что я хочу. А походу вообще эту штуку не дают. Помните, раньше очень часто давали? Слушайте, не дают. А реально не дают эту штуку. Ладно. Либо настолько не везет, либо ее нет просто в пуле. Блин, эти волки пустынные очень быстрые. Очень плотные. Даже страшно представить, кто тут будет боссом, если тут мини-боссы, те, кто раньше на прошлой карте были боссами. Страшно подумать. Поэтому я предпочитаю не думать. Элитный голем на нас напал. Мы вроде бы его нормально фокусили. Даже какой-никакой урон пытаемся нанести. Да, хп тут, конечно, у всех противников овер дофига. Прям реально очень много хп. Думал, сундучок дадут, но не дали. Ладно, мы и без сундучка как-нибудь прорвемся. Настолько лута падает, а опыта типа недостаточно на уровень. Хотелось бы, чтобы уровень давали, они не дают. Ну ладно. Кто я такой? Уже даже красные не сильно много дают. Так, The Cursed. Что он умеет?
он призывает просто, что ли? Слушайте, ну что-то с хпшкой у него очень много. Так, Fear, Influence, Muscle Damage. Давай Alteration. Last Longer. Бам-бам-бам. Давай это улучшать. Если я сюда наступаю, он дамажит, понял. Я решил проверить, что будет. Лучше бы не проверял. А что-то очень плохо я урон наношу. И плохо, и медленно. Сложный босс. Ну, на то он и босс. Это учитывая, что у меня умопомрачительный билд. А, это облако ядовитое. Понял, человек. Криповое существо, конечно. Чего говорить? Вроде забороли. А большего мне и не надо. Так, что нам дали? Wilson Level Up, Project Velocity. О, приятно, кстати. У 6 Alteration, это я, может, даже использовать буду. Слушай. Это очень хорошо. А, наконец-то шмотки тира 2 падают. Наконец-то. Офигенно. Вот где, значит, надо шмотки фармить. Значит, эта локация действительно очень сложная. Не показалось мне это. Ну что ж, будем знать. Что-то как-то урона маловато все получается. Ребятушки, надо разгоняться, нужно больше урона. Делаем, делаем депес. Ну, первого босса одолели, считаю это небольшим успехом. Красный опыт был. Будет ли интересна еще одна карта? Я, наверное, возьму Alteration Ritual. Может, это, как по мне, самое полезное. Автоатаку возьму. Все-таки автоатака тоже хороший план. Для прокачки. Могу, конечно, ошибаться, но левелапы пока дают, надо брать. Что-то за эффект такой непонятный. Но красивенький. Иногда красный кристаллик вообще не дают, а иногда дают очень много. Непонятно, как это работает. Возможно, зависит от того, сколько опыта он успел впитать. Слушай, ну я еще возьму. То есть у нас вообще может быть миллиард бафов. И чем дальше, тем только больше. Еще тир 2 шмотки залутаем. Ух, какой мощный персонаж будет. Не в сказке, как сказать, не пером описать. Слушайте, а это походу новый эффект. Вот эта дымка появляется, когда... Кошки опасные, кошки очень злые. Пока что кошки, наверное, самые страшные противники, с которыми я дрался. Чулитная кошка. Ведь урона не хватает их пробить. Ты глянь, скелетов не хватает их пробить. Как так-то? А, сюрикены, давай скорость атаки в 2 раза увеличим. Было 2%, станет 4. Где взять, где взять? Можно, кстати, и само нам урон увеличить. Потому что скелетов очень много. Причем, заметьте, с какой стабильностью красные кристаллики падают. Я это одобряю. Блин, а големы злые. Они мне напоминают противников из игры Pulse of Tournament. Прям очень похоже. Так, какой-то непонятный элитник. Что-то у меня все скелеты пропали. Так, а вот это сложности начались. Будто бы. Вообще на 2 минуты. Слушайте, ну надо автоатаку улучшать. Кто бы что ни говорил, автоатака тоже нужна. Летника убили? Убили, отлично. Сейчас полегче должно быть. Хотя надо эти мислы прокачивать. Да, это очень хорошее. Ты что, видел, сколько сейчас этих мислов прилетело? И нанесло урон опять волки за мной. За меня дерутся. Волчатки.
Это что меня нанесло урон? Не заметила. Они копии делают или это их просто так много появилось? Походу их так много появилось. Или копии делают? Не могу понять. А, давай эфир возьмем. Хотя соулстиллеры пусть будут еще. Больше дебафов пусть будет. Скоро босс, наверное, будет. Ну-ка, волчики, укусите ее. Нормально. Слушай, самоны дамажат. Тупо на все бабки. Тут она бьет больно, я даже не замечаю. Что-то зеленое выпало. А я возьму варпакт. Не думаю, что это будет лишним. Что это выпало? А почему зеленым горело? Если бы я знал. О, торнадо, торнадо вообще топ. Очень много дамажит. Реально постоянно красная падает. Только успевай собирать. Так, я их прокачаю. Как оказалось, очень мощная штука. Мне бы легкие шмоточки, было бы неплохо. Тогда имеет смысл и другими персонажами поиграть, побалдеть немножко. Блин, еще бы лут попадал по ходу движения, было бы круто. Он падает еще в другую... Братан, мне в другую сторону надо идти. Ништяк надо забрать, попытаться. Ну что ж такое, но я все равно за ништяком пойду схожу, попробую. Я же не понимаю, кто у меня дамажит. По-моему, не я основную часть урона наношу. Так, effects and strikes last longer. Непонятно, warped strike. Наверное, warped strike. Ага, на 13-й минуте прям начали поддушивать. Это не было в лап? Но мы сейчас скорость атаки заимеем, очень хорошую идею. Больше противников, тем больше скорость атаки. Как же он сосет хп, точнее XP. Какой-то вообще непонятный противник появился. Супер элитник. Мои ребята взяли его в оборот. Волки очень дамажат, вообще жесть. Пассивная регенерация, очень пассивно регенерируется, буду честен. Еле-еле волка запинали, что творится? Арпакт возьму. За него даже сундук не дали, ну что такое, за Insect Queen. Вот это надо было победить, а за это что-то дадут. Я не вижу, где она, вот она, вижу. Что она делает, вообще не пойму пока. Ну тупо Diablo 2 по анимациям, вы же видите. И очень много хп. Это подружка еще позвала. Походу на щит ей дает что-то. Или где Квин, я не пойму. Очевидно, что ее кто-то защищает. Не понимаю пока, что за фигня. То, что я вижу, мне не нравится. Надо как-то разгоняться. Так она лечится, ты посмотри. А как это убивать тогда? Пока вообще не понимаю. Это в блоке. Это существо я тоже не могу дамажить. И что делать? Одну завалили. Пойдет ли урон по боссу? Не пойдет, потому что они за экраном находятся. Ну, вообще такое себе, если честно. Мне надо как-то убрать барьеры все. После этого тогда я буду босса бить, пытаться хотя бы. Босс все еще не пробит. Дали сердечко. А, давай лайфлинг. Возможно, он пригодится уже скоро. Как бы грустно не было это. Не было бы лапов, было бы получше.
Урон по ней пошел. Если бы я сразу понял, как ее бить, было бы, конечно, лучше. Блин, ну вот урона прям вообще не хватает. У меня шмотки, наверное, первого тира. Рано я пошел еще сразу усилил. Я же не знал, что тут тяжело. О, пятый проектайл, ты серьезно? Я точно тигр, да, я тигр. Блин, все проектайлы прям нечаянно. Да под ноги, под персонажа смотреть. Слушайте, ну я дерусь как тигр, ребята. Просто уже слишком непроходимо становится. Но объективно, вообще, что происходит? Со всех, блин, сторон начинается какая-то возня. Жесть. Ревайв пошел. Без вариантов, вы шутите. Все мои левелапы куда-то делись. Даже не пойму, кто дамажит, честно не пойму. 2, 22, 37. Что происходит? Даже скелеты не понимают, кого бить, по всей видимости. Такой напряженной ситуации. Надо, наверное, брать самого мощного персонажа и им идти на кого-нибудь пытаться. Но надо было пояс с ревайвами не продавать. Я тут так подумал. И весь проектайл поймал. Очень неудачно вышло. Ну кого-то мы убили. Возможно, сейчас поживем. Можно какой-нибудь хил? Пешки возьму побольше. Ну что это как-то спасет. Уже следующий инкаунтер. Я еще этот не закончил, ты подумай. Понимаете, как неудачно-то. Ну это без вариантов. Вы шутите, пошли со всех сторон. Как же Вейд работает, как же он работает, как же он спасает мою жопу. Я вообще хз, как же, честно. Он без вариантов. Жесть. Спел, килл всех, плиз. Очень пригодится этот спел. Надо было брать, надо было. В будущем всегда буду этот спел брать. Твою мать, я застакан. Поел говна, получил много урона. Как жить-то? Как мансить? Я как тигр дрался, как лев, мне кажется. Здесь вы цените это. Так, чё, варп это так? Ну да, нормально нанесло. А эти, получается, не дамажат, не надо их больше брать. Я в них несколько левелов слил. Ладно, это очень сложная карта. Я, наверное, даже тогда просто возьму и уберу, чтобы можно было пройти. Я не знал, что настолько сложная карта. Что еще? Напишите мне в комментариях, как вот это, пожалуйста, прокачивать. Господи, ну спасибо, понятно. Не пишите. Мудамак. You receive more level up offers. Your blessing. Это можно взять. Gain more control over your god offers. О, прикольно. Alteration клево. Attack range, your increase attack speed, you gain more control. Ух ты, так тут можно вообще реролов заиметь. А давай возьмем сюда. Dodge hits, прикольно. Attack speed, давай еще два рерола возьмем. А вот это неплохо, кстати. Окей, окей, еще резетнуть можно. Слушайте, вообще тогда балдежно. Чем мы вынесли? А 6, ну это вообще какие-то незаконные штуки. Надо все тогда продавать. Слушайте, вообще не дают луков нормальных, как жить-то? Короче, давайте на этом закончим. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, играйте хорошие игры. Всем добра! А сейчас позвольте мне немного понаглеть. Речь о моем бусте. Честно скажу, что контента там почти нет, но вдруг кто-то хочет поддержать меня, так как сейчас это лучший вариант с минимальной комиссией для автора, то есть для меня. Ну и также выражаю просто внеземную благодарность всем, кто уже поддерживает. Премного всех благодарю за просмотр. Всем всего хорошего, счастья, здоровья и играйте, пожалуйста, в хорошие игры. Всем добра!